Меньше 10 дней осталось до празднования юбилея Великой Победы. В столице Верхней Волжи подготовка идет полным ходом. В честь события заложены несколько яблоневых садов, а обелиск и парк Победы обещают реконструировать. Готовятся к празднику и войска Тверского территориального гарнизона. На площади Победы прошла первая ночная репетиция традиционного парада. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте. Желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас! 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Ура! Всего в торжественном шествии будет задействовано 19 парадных расчетов, примерно 1000 человек. Это летчики военно-транспортной авиации из Мигалова, военнослужащие базы обеспечения, офицеры, слушатели, курсанты военной академии воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, иностранные военные специалисты, представители Академии МЧС из города Химки, суворовцы и воспитанники Тверской кадетской роты. В параде примут участие и военнослужащие женщины. Мы будем стараться показать себя не хуже мужчин. Конечно, особое внимание зрителей на параде всегда привлекает знаменосцы. В этом году это курсанты Академии. По словам руководителя группы Александра Стародубцева, нести знамя Победы, флаги России и Тверской области весьма почетно. Дата у нас, так сказать, большая, поэтому нужно максимум подготовки для того, чтобы, так сказать, не упасть в грязь лицом. Свою ответственную миссию понимают все участники парада. Ежегодно посмотреть на торжественное шествие приходят сотни тверетян и гостей города. Среди них много ветеранов Великой Отечественной войны. Просто люди, святые люди, действительно святые люди, которые... И каждый, находясь в строю, понимает, что это мы всем им обязаны, всем этим людям. Участники шествия готовились полтора месяца. На параде все должно быть отточено до мелочей. Впереди еще 3 репетиции, а затем, возможно, главное событие в их жизни. Нам задача поставлена, и тут будет много людей, много ветеранов и войны, и трудового фронта, почетных гостей, поэтому все будет на оценку отлично. Приветствовать гостей праздника будут не только с земли, но и с неба. Планируется, что в промежутке между 11 и 12 часами над обелиском Победы пролетят тверские летчики, которые перед этим станут участниками парада на Красной площади. В это же время для всех желающих будет развернута выставка образцов военной техники. 9 мая увидят праздник, который наши деды и прадеды принесли нашей земле. Юлия Ильичева, Максим Андреев, РЕН-ТВ «Пилот».